Canon EOS 760D – это зеркальный фотоаппарат любительского класса. Но именно в этой модели нашли применение многие решения, ранее использовавшиеся лишь в полупрофессиональных зеркалках. Например, именно у этой модели впервые в любительском классе появился монохромный дисплей на верхней панели. Мелочь, но именно такой дисплей позволяет опытным фотографам контролировать и менять параметры съемки, не используя основной, более энергоемкий экран. Navipad на задней панели здесь окружен управляющим кольцом. Смотрите, в полуавтоматических режимах съемки управляющий диск под указательным пальцем отвечает за установку основного экспо-параметра, например, выдержки. А кольцо на задней панели позволяет оперативно вводить экспо-коррекцию. Если же вы снимаете в ручном режиме, то у вас появляется прямой доступ одновременно и к установке выдержки, и к установке диафрагмы. Именно в управлении кроются основные различия между Canon EOS 760D и его собратом Canon EOS 750D, обладающим типичным для любительских зеркалок управлением. Внутри же эти камеры практически идентичны. За качество изображения отвечает новый 24-мегапиксельный CMOS-сенсор формата APS-C, работающий в паре с мощным процессором DJIG 6. Несмотря на увеличение числа мегапикселей по сравнению с предыдущими моделями, скорострельность Canon EOS 760D осталась на том же высоком уровне – до 5 кадров в секунду. В формате JPEG мощный процессор камеры и большой буфер позволяют снять непрерывную серию длительностью до 940 кадров, конечно, если вы используете быструю карту памяти. В формате RAW результат будет более скромный – до 8 кадров. От полупрофессиональных моделей Canon EOS 760D позаимствовал и систему автофокуса, состоящую из 19 точек, каждая из которых перекрестного типа. Точки можно использовать как по отдельности, так и объединять в группы. Улучшения коснулись фокусировки в режиме Live View и при видеосъемке. В Canon EOS 760D применяется технология Hybrid CMOS AF 3-го поколения. При наведении на резкость наравне с контрастным принципом используются датчики фазовой фокусировки, расположенные непосредственно на сенсоре изображения. Дисплей у этой модели не только поворотный, но и сенсорный. С его помощью можно менять настройки фотоаппарата, а особенно удобно таким образом выбирать точку фокусировки простым прикосновением. Вполне в духе времени камера получила встроенный Wi-Fi модуль с функцией динамического NFC для быстрого соединения с мобильными устройствами. Wi-Fi позволяет обмениваться снимками и видеороликами с вашим смартфоном или планшетом, осуществлять беспроводную печать, отправлять файлы в социальные сети и в облачные хранилища прямо с фотоаппарата, а также дистанционно управлять камерой. Приятным дополнением к солидным фотографическим возможностям послужит Full HD видеосъемка с частотой до 30 кадров в секунду. Во время видеосъемки можно использовать быстрый автофокус, а для качественной записи звука предусмотрен вход для внешнего микрофона. Canon EOS 760D – это удачный компромисс между любительским и полупрофессиональным фотоаппаратом, сочетающий в себе плюсы обоих классов техники.